Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих простых зрителей. Подписчикам же крепко жму руку. А в этом видео я хочу с вами поговорить о решении небольшой, но досадной проблемы, связанной с отваливанием у вас вот такой вот мышки от Xiaomi двухформатной. Эта мышка работает и по Bluetooth, и по 2,4 ГГц. Соответственно, при работе по Bluetooth она в основном работает всегда достаточно устойчиво, но вот все-таки иногда она может отвалиться и долгое время не получается ее подключить. Вот про эту ситуацию я хочу поговорить, что в этой ситуации делать и как эту проблему быстро побороть. Погнали! Так, ну что ж, немножко по форумам я порылся, не нашел я решения этой проблемы. У меня, наверное, где-то второй или третий раз эта мышка отваливается. Вот. И что в этом случае, соответственно, нужно делать? Значит, во-первых, нужно перейти нам с вами в диспетчер устройств в системе. Ну, у меня тут на английском языке все, не обращайте внимания. На самом деле, там у вас-то будет все по-русски, скорее всего. Вы входите в раздел Bluetooth, и вы видите здесь несколько устройств. Вот Mi Mouse, скорее всего, будет отсутствовать при возникновении этой проблемы. Вот, мы обращаем внимание на головной, соответственно, контроллер Bluetooth, так назовем его. В моем случае это Intel Wireless Bluetooth R в скобочках. Вот такое вот устройство. Приходится все эти действия, причем делать либо какой-то другой мышкой, либо тачпадом. Вот в моем случае я это делаю тачпадом. И мы проделаем очень простую операцию. Мы просто устройство отключаем. Вот оно у нас отключается и пропадает. Вот после этого устройства мы снова задействуем, делаем Enable, включить устройство. Ну и, собственно говоря, производим диалог поиска и добавления Bluetooth-устройства. Что-то он тут задумался. Да, вот. Мы включаем Add Bluetooth Device, ну и, соответственно, выбираем Bluetooth. И устройство у нас после этого, в общем-то, нормально должно определиться. Вот такая вот хитрость. До того, как я додумался сделать эту операцию, я потратил сейчас примерно минут 15 целых битых. Делал различные там проверку системы на повреждения, включал, выключал Bluetooth. Просто штатной функции. Ну, вообще, перепробовал различные операции. Но вот когда именно отключил и задействовал главный контроллер, скажем так, Bluetooth, после этого, собственно говоря, мышка у меня и снова ожила. Вот. Если у вас вдруг мышка от Xiaomi, и у вас вдруг она отвалилась, то я рекомендую вам проделать вот эту несложную операцию. И особо на другие способы, собственно говоря, время-то и не тратить. Скорее всего, вам это и поможет. Вот, если вы используете беспроводную мышку, обязательно напишите в комментариях, какую, как она у вас работает, возникают какие-либо проблемы, или вас все устраивает. А в остальном же я, наверное, это видео буду заканчивать. Вас я хочу поблагодарить за просмотр моего очередного видео. В конце у меня, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео являются международные интернет-площадки AliExpress, Tmall и Jarvest. Список лучших товаров по моей версии с этих площадок вы найдете, как всегда, в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока!